Разорваться не могу, все снимаю. Справа нам манго-салат готовят, слева нам готовят блинчики. Всем приветики, вы на канале Maribel Info, и сегодня мы отправляемся с вами опробовать новый маршрут. Покажем вам, как добраться от района Равай на смарт-басе до районов Ката-Карон. И вообще это видео будет полезно тем, кто не умеет водить байк и не имеет возможности арендовать транспорт. Покажем, как можно добираться до нужных мест. Посетим интересный недорогой рынок в районе Ката, это Welkin Street Ката. Покажем вам, что интересного на пляже Ката. Посетим на Ката классный ювелирный магазин, где можно приобрести разные интересные дизайнерские вещи с полудрагоценными камнями. Очень красивые, обязательно посмотрите. А на следующий день позавтракаем в кафешке в нашем районе Равай и отправимся с вами в пеший маршрут по тропе к Биг Будде. Будем подниматься самостоятельно в гору, покажем вам, что интересного видели по пути, насколько сложна дорога. И посетим, конечно же, пляж Карон, покажем, что интересного и насколько он красив. Обязательно пишите в комментариях, что еще вы хотели бы увидеть на острове Пхукет. Присоединяйтесь и приятного просмотра. Пхукет аэропорт, Туравай Бич. Нам наоборот надо. Очень классно, есть даже телевизор. И кондиционер работает. Hello, Thailand! Отсюда, кстати, видно Биг Будду. Еще у нас тут креветки в кляре взяли попробовать, говорят, очень вкусные. Блинчики с бананом. Красивые звезды морские, скатики, все взято из природы. С огромным аметистом 750 бат. Стаканчики, есть лед. Тут несколько Wi-Fi свободных, фри. Заходим мы сейчас в приложение InDriver. То есть довольно-таки отвесный подъем. А прямо отсюда открывается уже потрясающий вид. А вот и каучук вам поближе, деткам интересно. Рядышком еще одна кафешка. Здесь вот можно взять на прокат квадроцикл. Вот он, красавец. У меня веревочки Сайсин. Мы зашли в кафешку с прекрасным видом. Находимся мы сейчас на пляже Равай, знаменитый пляж, куда все приезжают поужинать на берегу с видом на море. И идем мы в центр пляжа. Там есть остановка смарт-баса. Пишите комментарии, что вам интересно. И поддержите нас своими лайками. Центральная остановка смарт-баса находится рядом с Нонсак Марин. И вот мы видим такой опознавательный знак остановки. Здесь у нас видно расписание. И стоимость проездных билетов. На один день проездной 300 бат стоит. Сейчас мы узнаем, сколько детям скидку делают они или нет. А так проезд стоит на автобус 100 бат с человеком. Верхняя часть расписания это аэропорта до Равай и наоборот, нижняя от Равай до аэропорта. И есть проездные билеты, если вы приехали, например, на 10 дней, вы можете взять проездной всего за 1000 бат и кататься каждый день. Так, у нас сейчас 12:40, наш автобус приедет в 13, вот видим, да, мы? И здесь расписание... Пхукет аэропорт, Туравай Бич. Нам наоборот надо. Равай Бич, Пхукет аэропорт. Смотрим наш Равай Бич. Вот на 13 отходит. И на пляже Ката мы будем в 13:20. Первая остановка в 13:23. Вторая остановка. И следующий пляж Карон. 13:25. И на Кароне есть тоже две остановки. 13:30. Бангла это Патонг. 13:45. Пока ждем автобус, понаслаждаемся красивым живописным пляжем Равай на приливе.
в дневное время особенно яркие краски. Дети уже увидели питомца у ребят тайцев. Кроличка. Кстати, кто не знал про Рэббит? Рэббит это, ну, тоже а по-английски. Моя Рэббит прилетает. О, да ты уже по-английски, да, разговариваешь. Геннадий у нас в тайскую школу ходит. В английскую, вернее. И знает уже хорошо английский язык. Приехал наш автобус. Погружаемся сейчас в автобус. Заходим. Hello. Вот, ну что, ребята, заплатили за нашу большую компанию всего лишь 300 бат. Дети, раз, два, три, фри, бесплатно. Максим у нас 11 лет уже платно, ну и, соответственно, взрослые платно. И вот у нас наши билетики на смарт-бас. Так выглядят билетики. Очень классно, есть даже телевизор. И кондиционер работает. Отправляемся на следующий пляж. Пляжа Равай на замечательный и популярный пляж Ката. На Найхарн-то он не заезжает автобус. И он сейчас едет как раз мимо вьюпоинта Ката Корон и на пляж Ката. Сейчас будем проезжать, я вам сниму. Чем больше расстояние, тем выгоднее ездить на этом смарт-басе. То есть он едет до самого аэропорта, а цена единая – 100 бат. Вот остановка, это на Black Rock. Вот же остановка. А вот и знаменитый вьюпоинт с видом на пляже Ката Корон. Мы его только что проехали. И он даже здесь останавливается, если хотите выйти. В общем, если взять проездной за 300 бат, мне кажется, можно на каждой останавливаться, здесь выходить. И очень у него удобный маршрут. Кстати, что классно, есть здесь место для багажа и сумок. Все основные вьюпоинты здесь проезжаем по пути. Вот даже остановка Сандеск. Видовое место, но мы уже проехали, я не успела камеру включить. Тут строительство затеяли, то есть все новенькое строят, красиво будет. Мы уже приехали на начало пляжа Ката Бич. Проезжаем по этим улочкам. Недавно, кстати, мы были в гостях у наших подписчиков здесь, в Новотель. Отель называется Новотель. Это немножко другой отель, а Новотель рядышком. То есть автобус прям проходит по этой улице. Можно попросить водителя, и он в любом месте по дороге вам остановит. Попросили мы остановить водителя, и он нам остановил в начале пляжа, как раз около веранды. И мы отправляемся сейчас на пляж. Это буквально вот за это серое здание поворот, и там уже начало пляжа Ката. Это вот район, южная часть пляжа Ката. Собственно, вон она была, первая остановка. А здесь, на противоположной стороне, рынок, и мы сейчас хотим закупить еды на пляж. Света говорит, что в этом ресторане бывают акции 199 бат пицца. Ну, давайте посмотрим, что какое у нас. Савадика! Еще и по-русски говорят. Вот, супчик можно за 100 бат поесть. Спайси суп, том ям. В принципе, мне кажется, нормальная цена для пляжного ресторана. Дети заинтересовались у нас Сантой. Креветки, всякие разные морепродукты, все, что вы любите. Все здесь есть. Fresh, да? Fresh? Very fresh. Устрицы. How much? Устрица, сюда 300 бат. А, 3 штуки 300 бат. Thank you. Ну, в общем, прямо есть сразу захотелось. А вот паттайи 89 бат. Окей. В общем, здесь бывают фаер-шоу. Живая музыка еще есть. Вот так. И свежие морепродукты. Вон, видите, аквариумы стоят. Там можно выбирать. Лобстеры. Огромные. Креветки.
Детям интересно. Смотрите, пальцы вам отхватит. Крабы. Ух ты, достали целого. Это креветка? Креветка. Hello, Thailand! Оказывается, креветка это богомол называется, ребята. Вот так просвещаемся тут в Таиланде. Thank you! Kata Beach, Welkin Street Market называется это место. Здесь есть, кстати, обменник. Посмотрим, сколько стоит. 36,1. А, это продажа. 34,6 курс. И здесь всякая вкусная еда. Разноплановая. Как вы любите все. Фруктики, кокосики. Мороженое, пирожное. 6 по 100 бат. Креветки в кляре. Прикольно. Один большой стейк 60 бат. Ну классно вообще. Мне уже нравится. Пельмени. 8 штук по 100. Креветочки тоже. Здесь он шаурму делают. 100 бат шаурма стоит. Маленькая и большая 180. А, тут сеты еще с картошкой, с сыром 180. Свежие креветки, свежие устрицы. Кокос 50 бат большой. Шашлычки всякие разные. Здесь же разные кафешки. Том-ям по 100 бат. Уже как бы ориентируемся, да? Что у нас? Жареный рис, мясо с кешью 100 бат. Ну, такой ценник, скажем. Классика жанра. 100 бат средняя цена. Рыбка в соли здесь по 300. Скумбрия 180-140. Немножко повыше прайс, чем на вечернем рынке. Но это и понятно. Это пляжный рынок. Кальмары на палке 100 бат, большие довольно палочки. Здесь вот кляри или в блинчиках такие всякие штучки, наборчики. Саварика! 80 бат окорочок. Салатики разные. Вон огромная рыбеха какая. Сразу же вам тут ее и готовят, свеженькая. А, аромат какой непередаваемый, ребята. Как я обожаю эти рынки с едой. И тут же можно сесть покушать. Я думаю, мы, наверное, после пляжа здесь перекусим еще. Смотрите, нашли такое подобие. Картошка. В общем, картошка с сыром. Ну, тоже цена 100 бат. В принципе, ориентируйтесь, 100 бат за блюдо примерно. Тут такие цены. Есть, конечно, и дешевле. Вот, например, мне кажется, это очень недорогая лапшичная. Здесь можно, да, вот, под тай по 80, рис жареный по 80. В принципе, нормальная цена. Так-то обычно все по 100 здесь. Прикольно, большую тарелку с морепродуктами можно за 500 взять. И сеты разные есть еще. Люди ходят, ну, движение это жизнь, как говорится. Как в Анапе картошку делают такую на палочке. Он ее спиралькой сейчас разрежет. И потом обжарит в растительном масле. Вон у него уже жарятся они. Смотрите, еще по 50 есть блинчики разные. Жарят здесь вот на масле. Манго с шоколадом. Заказали мы в итоге курочку. Вот еще там рыбка по 108 штук. Они хорошо понимают и говорят по-русски. Ну, какие основные фразы с собой, то есть они понимают. А так можно говорить take away, что вам надо на вынос еду. Я люблю папайя и манго-салат. В принципе, здесь цены везде одинаковые. Здесь 80 бат стоит. Вот уже готовит он салатик, уже выкладывает на тарелочку. Тут же при вас приготовят.
вкусненько и сочно. Я уже прям, у меня аж слюнки уже потекли, а у вас? Ну, ставьте нам лайки и пишите комментарии за труды. В качестве математики ждем ваши лайки. Большая тут очередь образовалась в начале у самого обменника. Делают фруктовые шейки по 80 бат. Ай, какая вкуснота прямо. Прямо сочно все. А если вы любите стейки, то вам и стейки тут сделают. И даже вот рыбные. 229 бат стоит. Рядом с картошкой. Сейчас буду покупать папайя-салат. И тут важно сказать, сколько перчика вам надо. Он спрашивает, ну, спайси или спайси? Если вам спайси, то мы обычно берем один перчик. Вот один такой. Говоришь, спайси, one pepper. И тебе сделают с одним перчиком. Вот у этих ребят большие наборы, смотрите, можно за 500 бат огромный микс взять на компанию и просто объесться морепродуктами. Большая тарелка, как видите, у него. Разорваться не могу, все снимаю. Справа нам манго-салат готовят, слева нам готовят блинчики по 50 бат, бананчиком и с шоколадом. Веселые ребята развеселились тут с нами. Смеются, наверное, то, что я перепутала папайя-салат и манго-салат. Думают, наверное, сейчас... Сделаем вам папайя-салат, все равно туристы не определите. А я ведь определю. Но я и тот люблю. В любом случае хорошо будет. Рынок находится там. Проходите мимо Карен муниципалитет. И здесь есть мини-маркет, где можно купить воды наподобие 7-Eleven. В принципе, это уж цены чуть повыше, чем 7-Eleven. Но все-таки это припляжный такой магазинчик. Мороженое тут сейчас. Ну, цены тут, ребята, припляжные. Маленькая баночка, вон, 65 стоит. Да, чанг 65. А вода по 20 в холодильнике. Фанта маленькая. Кола 25. Такие цены тут. Водичка здесь обошлась мне прилично. 220 бат, вот этот мешочек с водой. Но зато здесь принимают карточки пластиковые. И можно оплатить картой. Правда, от 300 бат. Здесь около аптеки я поймала free Wi-Fi. Так как у нас, оказывается, закончился Wi-Fi. Вот. И надо было отправить локацию, где мы находимся. И вот уже прямо мы видим пляж Ката. Это южная часть пляжа. А мы хотим поплавать у камушков, посмотреть рыбок. Здесь же вон стоят таксишки, тук-туки. Можно на них уехать в любую часть острова. За ваши деньги любой каприз. Стоит место, я узнавала, у них 400 бат. Но можно и договариваться. Рыночек небольшой. Hello, how much? 200, а здесь? 250 рубашкой и 200. Thank you, копкунка. О, beautiful! How much? 300. О, классно! Thank you! Приветственные у нас тут таблички. Ката-бич. Очень много лежаков и зонтиков. Массаж на берегу. How much? 400 one hour. Thank you. 400 бат, 1 час массаж. Лежачки. Сейчас все поузнаем. Зонтики. Это сейчас местная новая фишка тайская. Они также зонтики отдельно и лежанки на прокат дают. То есть можно так. А можно покупать и с собой привозить, как многие туристы делают. Лежанка в суперчипе стоит 200 бат. Можете купить себе. Все равно они не многоразовые, ненадолго их хватает. Здесь можно арендовать серф. Сейчас подойду, спрошу, сколько стоит.
200 бат час, и учитель, если на один час, 1000 бат. Еще вас будут учить кататься на серфе. Какая красота, да? Многие туристы любят пляж Ката за то, что здесь пологий спуск в воду, и можно купаться с детьми спокойно, зная то, что все будет безопасно и в порядке. Сегодня, кстати, большая волна, довольно-таки для сезона. Вот. Но в начале пляжа, там вот те камушки, там спокойное море уже, и классно плавать с маской. И мы сейчас идем туда. Потому что здесь все-таки волны такие. Если вы любите на волне покататься, то классное место. И, кстати говоря, здесь удобно учиться серфингу. Здесь пологое песчаное дно. И волна такая равномерная. Удобно кататься на доске, скользить. Сейчас у нас декабрь месяц. Народу так прилично. Но не так уж и много, я бы сказала. Отсюда, кстати, видно Биг Будду. Честно говоря, мне немножко даже Анапа вспомнилась. Наша любимая Анапа. Люблю летом отдыхать. Приятный такой морской аромат, морем пахнет. Водичка, смотрите, она бирюзовая. Но есть небольшая взвесь ила в воде, особенно на волнах. Но там в глубине очень хорошая и прозрачная вода, бирюзовая и красивая. И рыбки, самое главное, очень красивые, красочные, разноцветные рыбки. И это особенность острова Пхукет. Здесь можно плавать с маской. Мало где на материке можно это сделать. В основном это остров Самет. У нас есть обзор отдельный про этот остров. Мы все пляжи там проехали. Но полюбили Пхукет, потому что здесь очень классные места для снорклинга. Мы обожаем плавать с маской. Сейчас узнала у девушки. У них тут еще скидки на зонтики и лежаки. Если берешь два, то 300 будет стоить. Два зонтика и два лежака. А если один, то по 100. Зонтик 100, зонтик 100, лежак. Thank you. 101? Yes. For one? One umbrella, 100, one chia, 100, yes? Yeah. Or separate? Umbrella and chia, 100, yes? No? 200 baht. Да, зонтик 100, лежак 100. Получается 200 комплект. А так, если два берешь, то 300. Вот такие вот цены здесь. Ну, мы немножко тут взяли успокоительного. И вкусняшек. Смотрите, какие у нас тут кальмарчики. Роллы взяли с креветкой. Еще у нас тут креветки в кляре взяли попробовать. Говорят, очень вкусные. Блинчики с бананом. И с шоколадом очень любим мы такие. И взяли кукурузку, но тут уже немножко мураши напали на нашу кукурузку. Мы успели спасти. Кстати говоря, вот остановились у камушков. И будьте бдительны, здесь муравьи нападают на еду. Так что присматривайте за своей едой и убирайте подальше. Тут еще рыбка всякая. В общем, вкуснота с прекрасным видом на замечательный пляж Ката. Лучший пляж острова Пхукет. Один из лучших. И один из лучших для снорклинга. Что вы сейчас наблюдаете? Люди плавают с маской. И мы сейчас будем наслаждаться подводным миром. Отлив. На приливе вода прям к зонтикам подходит. На отливе сейчас вот помельчало. И мы здесь практически вот по пояс.
Самая основная красота находится вот у этих камней. Запомните. Вот так плывете. И здесь у камней риф. Сейчас мы пойдем и поплаваем там с маской. Сейчас с вами оплыли вокруг этих двух камней. Это смотрите, где находится примерно вот так. Отсюда плывете вдоль берега. И здесь самые красивые рыбки. Снимаю. Около Ката Барбекю и русской аптеки есть еще один заход. Насквозь ресторана вы сразу же попадаете на южную часть пляж Ката. И тут есть 7-Eleven, то есть можно прикупить разных вкусняшек. Наши любимые вкусняшечки. А наши любимые вкусняшки. Так, ну вот. А здесь вода уже по 13. Кола по 19. То есть выгоднее, в принципе, чем в том магазинчике. Здесь уже большая бутылка. Две бутылки Лео 116 бат. И маленькие 79. Вечерком мы снова заглянули на Ката рынок пешеходный. И сейчас поворачиваем направо и идем в ювелирный магазин, где очень красивые изделия ручной работы. Смотрите, какую красоту Светик купила. Мне кажется, очень красивые изделия, браслетик, колечко. Буквально пару метров от рынка, и вот он магазинчик. Вы его мимо не пройдете, потому что здесь очень красивые, дизайнерские, интересные вещи. Вы сразу их увидите. О, какая красота. Пойдемте зайдем. Hello! О, beautiful! Савадика! Еще и кожаные сумки здесь. Очень красивые. И главное, что тут относительно недорого все это. Удовольствие, вся эта красота. Есть вот 1200, смотрите какой. Браслетики 1300, какой интересный вообще. Классненький, синенький. 1300. Коралловые бусы, девочки. 2390. Колечки. Ой, еще красота какая. Вообще за 1000 браслетиков. Мне кажется, они с аметистами. Вот эти вот. Мне кажется, это аметист. Ух ты, маме бы моей понравилось. Да, мама? Ставь класс. Блин, какие классные. Вот с аметистами еще.
маленький такой. Нравится все, девочки. Я бы купила все. Полудрагоценные камни и 250 бат такое колечко. Класс. Сережки такие клевые. Каждая полочка – это произведение искусства прям. Посмотрите, сережки какие необычные. Кто любит изысканное и красиво. Боже, какие классные сережки с русалкой. Такое вы точно нигде не купите. Очень все классно. Можно всякие подарочки набрать здесь. И такой подарок дизайнерский, он точно понравится вашим друзьям. Брелочки разные. Сумочки. И так все стильно, красиво. Это находится магазинчик у пляжа Ката. В самом начале пляжа Ката, недалеко от рынка. Здесь всякие сувенирные брелочки. Пхукет, Таиланд. Как хочется все купить. И фотографировать, фотографировать, фотографировать. Даже очки у них тут продаются. Какие? С деревянной основой. 1790 бат. Часы. Ну, в общем, 1000-1500 можно себе приобрести. Либо для себя любимого. Я такая вся после снорклинга с начесом. Либо для себя любимого, либо для друзей. Где серебро? Смотри, какое ожерелье. Такое точно ни у кого не будет, только у вас. В общем, это все ручная работа и в единственном экземпляре, я так понимаю. Вот тайское серебро. Ну, смотрите, ну тоже 1500-2000. Я думаю, для серебра это очень даже нормальная цена. Сережки 1800. И тоже такие очень интересные, необычные браслеты. Мощные такие. 7800-1900. Рекомендую посетить это место. Действительно уникальные дизайнерские вещи. И ставьте нам лайки за то, что мы вам постарались и показали это красивое место. В виде крабов сережки. Ребят, скоробей, листики. Прям с отпечатком, оттенком настоящего листа. Вы любители собачек. Вот вам какое красивое колечко. И кошечки тут есть. Кто хотел другу привезти крутую открывашку с патиной? 980 бат. Медную. Как вам? А это ладони Будды. Тоже сувенир классный. Баночку Лео и открывашечку. Как вам подарок? Девчонки, я вот считаю 480 бат. Какая красота с камушками. Это вообще просто. Или вот эти колечки. Всего 350 бат. Дизайнерские. Я не могу это не отснять. Смотрите, ракушки. Тут кувшинки. Тут стрекозы. Это просто. И наши любимые русалки уже. Еще один вариант. Открываша. Как вам оригинально? Вот какие еще красивые звезды морские, скатики. Все взято из природы. Правда. Я бы точно, вот если бы у меня уж проколота была, взяла бы либо с русалкой, либо кораллы. Красиво очень. Отсвечивает, но смотрите, как красиво сделано. Просто оформление витрины. Тут кристаллы, розы и настоящие кристаллы. С огромным аметистом 750 бат. О, мы вы все красивые. Как корона у русалки. И тут. Вау. Красота, да? Какая? Очень все красиво. Да. Нежная, очень нежная. А вот, девочки, такие еще стильные кольца с лунным камнем. Это просто, наверное, это может агат какой-то. Кто разбирается в камнях, ну-ка напишите в комментариях, что это за камень.
Ну, в общем, в Таиланде фишка в том, что в Таиланде полудрагоценные камни очень дешево стоят. Вечером Ката оживляется. Многие приходят, чтобы попробовать морепродуктов. И рынок оживляется, наполняется людьми. Все приходят на обед. Даже, вернее, уже на ужин, ужинают. Все заполнено людьми. Каждый столик занят. Буквально только сейчас приходили, никого не было, а сейчас уже все занято. Тут еще вон лемурчик. А игуана где? Окей. 100 бат за фото. Дети все в восторге. Обратно мы решили добираться на байке. За нами приехал папа. А Светлана у нас вызвала байк-такси. Байк-такси с помощью мобильного приложения InDriver стоит дорого, 100 бат. Сегодня мы отправляемся на тропу к Биг Будде. И для начала мы немножко хотим перекусить перед дорогой. У нас здесь есть кафешка на Равай. Находится кафешка недалеко от банка на Равай. Она работает, она утренняя. И здесь можно поесть рульку, вкусную рульку. Сейчас мы детей покормим и отправимся в путешествие. А вот у нас и рулька. Очень вкусненько все. И стоит такая рулька 50 бат. На столах еще, смотрите, чесночок, перчик. Лучок. 50 у них и по 60. Чикен есть и порк, да? И вот. Вы чикен берете, да? Или вы рульку берете? Да, конечно. Рулька по 50. В общем, сейчас покажу, как она выглядит. Самая вкусная тут. Как и во многих тайских кафешках придорожных, есть стаканчики, есть лед. И вы можете сами набирать в стакан лед. И потом на столах стоят такие графины с водой. И можно пить водичку совершенно фри. Каждому принесли по супчику с редиской. Мне почему-то это напомнило сразу мультик про кунг-фу панда, где там гусь готовил секретную лапшу и там редиску добавлял. А вот и рулечка подъехала. Окей? Огромная просто порция. И еще конфетку детям положили. Вот так. Thank you, Копкунка. Соус. Окей, thank you very much. В общем, рис надо поливать этим бульончиком с редиской. И вот этим бульоном соевым. Как вы понимаете, за один день весь этот маршрут не обойти. Поэтому у нас это затянулось на 2 дня. И первый день мы посетили пляж Ката и посетили рынок Велкин Ката. А теперь мы хотим еще подняться на Биг Будду и потом посетить пляж Корон. Поэтому смотрите, продолжаем видео про эти замечательные районы в Таиланде, на Пхукете. Thank you, bye-bye! Замечательно покушали в кафешке, позавтракали и отправляемся дальше. Сейчас хотим дойти до 7-Eleven, там есть интернет, и поймать такси. Кстати говоря, сегодня курс у нас, здесь, кстати, есть обменник, курс 34.20 здесь. Здесь немножко невыгодный курс, самый выгодный курс, мы показывали, это Big C, рядом с Big C на Равай, пляже Равай. А здесь это наш вот район, банк, мы здесь живем рядышком. Против арки есть 7-Eleven. Здесь можно поймать бесплатный Wi-Fi и попробовать вызвать такси. Мы хотим вызвать InDriver. Тут несколько Wi-Fi свободных, фри. Тут разных много, но без замочка вот какой-то ловите и вызываете такси. Главное, находите магазин 7-Eleven или вообще где-то в точке становитесь рядом с кафешками какими-нибудь, либо в кафешке попросить можно. В общем, в любом случае варианты всегда есть.
в Севене можно налить кофейку, где у них тут кофемашина, и кипятка. Я кипятка налью, а кофе у меня с собой есть. Вот аппарат, который выдает кипяток. Кружечка здесь стоит 23 бата и 15. Ну, вот такая кружечка 23 бата. Если в свою чашку, то просто платите за кофе 15 бат и наливаете. В дорогу я очень рекомендую взять с собой воды в 7-Eleven. Обычная вода 7-Eleven 13 бат стоит. Заходим мы сейчас в приложение InDriver и вызываем такси. Ставим точку. Вот 7-Eleven видно. Так, все. Вот все появилось. Вот он, Биг Будда. Yes, окей. И сколько у нас выходит? Мотобайк. Мотобайк 101 бат. 174 бата. Сейчас попробуем такси вначале. Если нет, то мотобайка 2 закажем. Не с первого раза, со второго. Но такси приехало, и мы отправляемся на тропу до Биг Будды. Район Харон. Тут такие отвесные вообще подъемы и спуски. Мы попросили прям к тропе подвести. Вот доплатили немножечко. Ну вот за 200 как бы решили, чтоб нас уже к самой тропе подвезли. И вот он привез нас. Да, тут едем. Люди идут там пешком, но мы решили, так как с детками, поближе. Таксист любезно нас подвез, потому что тут обычно они внизу останавливают. Мы немножко ему подкинули деньжат до 200 бат. И вот она дорожка, тут написано, не пройдете мимо. Вот она такая отвесная. Прямо есть обознавательные знаки. To Big Buddha only walk. 1,5 километра идти, ребята. Ну все, погнали. Готовимся к походу. Взяли крем, вот такой берем тайский, стоит ну где-то около 150 бат. Встретили молодого человека, он сказал, что нужно идти прямо вот по большой дороге, никуда не сворачивая, то есть всегда идете по большой дороге, и тогда выйдете, потому что там есть несколько троп, и они ведут совершенно не туда. Так что будьте бдительны в этом плане. Дорога, конечно, крутая. Я рекомендую вам, конечно же, надевать в дорогу кроссовки, не шлепки. Мы здесь сейчас в шлепках, потому что мы потом еще на пляж, и тащить нам кроссовки как бы не захотелось. Но и во-вторых, эта дорога сухая, поэтому здесь более-менее в шлепках подниматься. А когда здесь пройдет дождь, это будет, конечно, тот еще каток. И здесь точно, когда дождливая погода, вообще бы я не рекомендовала, а во-вторых, кроссовки однозначно. Всякие тут цветочки, растительность интересная по дороге. Вот эти листья, кстати, продают, наверное, на кротонг, кто разбирается. И пальмы. Здесь очень отвесный такой подъем, и вот этот вот мелкий песок, он как раз даже в сухую погоду скользит. Вот, видите? То есть лучше, конечно, за веревки держаться и подниматься. Бамбуковые поручни. Огромная яма разъела почву эрозией. И вот как выглядит эта дорожка. То есть сами для себя решайте, а там море видно, красота уже начинает виднеться. Смотрите, похоже, это андрографис, это трава, которая противовирусная. Если я не ошибаюсь. Ну-ка, профессионалы, напишите в комментариях. А прямо отсюда открывается уже потрясающий вид на Харон и даже Патонг. Ах, красиво. Только ради таких видов стоит прогуляться здесь. Но подготовиться, конечно, к походу стоит. И сразу же по пути смотрите ворота. Welcome to Big Buddha, Ката и Харон. Здесь еще есть поворот куда-то тропки, но надо идти сюда. Первый пункт отдыха на пути с видом. Здесь даже есть качельки и тоже с видом. Красота какая, да? У-ху! Тут же вон можно записаться и в коробочку бросить
сбор просто поддерживающий, так сказать, что вы тут были. От ворот проходите вот сюда к лавочкам, и потом вот он, знак, и поднимаетесь здесь вверх по камням, по веревке. Чуть-чуть уже поднялись, и смотрите, уже видно море. Какой вид потрясающий. Туристы, конечно, попадаются разные. В основном почему-то европейцы. Бабочки, смотрите, бабочки летают. Красота, в общем. О, она прилетела на камеру вам показаться. Красивая какая. Смотрите, сколько здесь бабочек. Довольно отвесное вот здесь место было. А дальше вроде уже веревка закончилась, значит, должен быть нормальный путь, я думаю. Ну вот еще одно отвесное место. То есть довольно-таки отвесный подъем. Так что да, однозначно надо кроссовки. Здесь довольно пологий подъем, уже не такой резкий. И вот он говорил, дерево под деревом надо пробираться. Вот что он имел в виду. Такие джунгли по пути встречаются, дети уже тут видели. И паука-крестовика, и кивсика, и даже колибри. Но несколько на пути сложных мест. Света говорит 5, мне кажется 3. Смотря опять же, как вы и в чем идете. Как идти, наклоняйтесь вперед. Максимум, что вы на животе проедете, чем упадете назад вниз. Поэтому всегда, когда вы взбираетесь на гору, максимум наклон вперед. Смещение силы тяжести должно быть. Вот, вам совет, когда вы сюда будете подниматься. Тут есть красивое место с банановой рощей. И здесь летают огромные с птицу бабочки разноцветные. В общем, красиво, живописненько. И главное то, что тут не жарко. Тут тень от деревьев. Следующий пункт у нас роща с обезьянами и каучуковая роща. Здесь выращивают каучуковые деревья. Собирают каучук и делают латексные подушки. Ну и если вы дошли до каучуковой рощи, то значит недалеко вас ждет небольшое место для отдыха. Такой, и вроде более-менее уже ровная дорожка. Здесь такие лавочки. Можно посидеть в тени бамбука и отдохнуть, перевести дух. Кстати, если вы хотите в туалет, то здесь есть туалет, но такой, на любителей. А вот и каучук вам поближе. Деткам интересно посмотреть, потрогать. Здесь они вот так вырубают, видите, бороздку. И по этой бороздке, видите, сколько уже бороздок было? И по этой бороздке бежит каучуковый сок. Потом они эту резину собирают и снова вырубают бороздку, и снова бежит сок, он застывает. И так они собирают латекс. Там еще больше резины, смотрите. Да, тут все в резине, короче. И дорожка уже начинает такая бетонная, удобно будет идти, но солнечно, жарко. Ну что, вышли мы на дорогу, и вот он путь. Тут, в принципе, недалеко до этого места каучуковая роща, и дальше крутой спуск. Вообще, в принципе, если в кроссовках и без детей, то вообще легкий путь, мне показалось. Здесь кафешка сразу на повороте, 80 бат коктейль освежающий можно взять. Сразу же делают кокос, и даже есть квас. How much квас? Квас. Квас. 100 бат. 100 бат. One glass? На дорогу не ходи, Гена. А, вот какой, в бутылочке. Копконка. Так что в бутылочках квас продают. И здесь есть еще кафешка, просто кафешка видовая. Я не знаю, даже посидеть может тут. Пойдемте посмотрим. Минутки еще. После такого тяжелого пути-то... Ой, смотрите, как выбрали они, какой путь. Ну давайте, раз уж такое дело, заберемся. У-ху! О! Посушить маечки. И такой здесь вид. Называется Fresh Juice Fruit Plate Smoothie. Вот смузи у них тут разные. Кофе 70-80 бат. Есть жареное всякое, рис с курицей 150. Салат огуречный, овощной 100 бат. Такие вот цены здесь.
Chicken beef 140-120. Жареный рис с овощами, с яйцами 80 и с курицей 100 бат. В принципе, нормальный ценник. Кстати говоря, здесь есть туалет. Это тоже тема, когда ты вот большой путь проделал, то обязательно надо такое место, чтобы было. И у них все в картинах старых фильмов. Здесь всякие Джеки Чан и тайские старые фильмы. Очень много такие картины. Даже Гарри Поттер есть. Рядышком еще одно кафешко. Называется Big Buddha Art Cafe and Restaurant. Коконут 50 бат. Видовое кафе. Даже есть заправка небольшая. Вот еще одна кафешка, тоже видовая. О, тут еще покруче вид будет. И здесь тоже цены недорогие. Очень красиво посидеть, но жарко будет, наверное. Но сегодня нам повезло, сегодня ветер. Опять едут шумные товарищи. По пути есть, в бутылках продается бензин 40 бат. И здесь кокосы 50-40 бат. И можно, наверное, в аренду еще мотоцикл взять. Я уже Биг Будду показывать не буду. Смотрите, у нас есть видео отдельное про Биг Будду. Ссылочка будет в описании под видео. Недалеко от этого пункта, буквально еще несколько метров, и уже впереди у нас Биг Будда. One hour, how much? One hour, yes? 1800 бат. Биг трек. 1800 бат стоит час. Okay, thank you for my subscribe. Thank you. Здесь вот можно взять на прокат квадроцикл. Матвей опять пробует себя в заводе гонга. Но получается. Звук идет уже. Слышите? Зрители, только не лыхните, пожалуйста. Он сейчас, если как, закричит. Слышите? Опять всего трясет. Вот. Вот он, красавец. Наш Биг Будда охраняет остров Пхукет от всех невзгод. Спины снимем красотку. Он сидит у Будды, готовится к броску. Марш-бросок делает. Да, очень опасные ребята это. Любят отбирать еду и воду. Так что очень аккуратно с ними. Вот так, видите, там еще обозначение стоит. Не подходите, не трогать обезьянок. У меня веревочки сайсин, и даже мне сегодня гонг завелся у меня, так что считай, что со мной поговорил сам Будда. Тут еще один есть достопримечательность, вид из туалета, ребята. Это туалет общественный. Прилично, чисто. И можно с прекрасным видом сидеть. Вот это сейчас было. Прибежали по помойкам лазить. Ого! Вот она сидит. А? Ку-ку. Аккуратно. Да, конечно. Ага. Он идет позировать, как она сейчас поджидает кого-то. Ай, все, побежала. Мы зашли в кафешку. Отмечу в описании под видео, где это место находится. Заказали коконат здесь 50 и мороженое шоколадное детям по 60. И сидим там, отдыхаем с прекрасным видом на
пляж Корон, Патонг. Красота. А еще здесь можно подключить Wi-Fi. Мы заказали, подключили Wi-Fi, и сейчас вызываем себе такси и драйвер. Федор у нас догадал увидеть богомола. Не видел тут в Таиланде. Везде видел, в России, а в Таиланде еще не видел. И тут же желание Будды исполнил. Вызвали такси, и к нам приехал огромный автобус с заездом на Корон. Мы еще тут попутчика встретили, ему надо на Патонг. И вот едем сейчас на Патонг и с остановкой на Короне. А вот и ваше любимое кольцо Корон. И мы приехали на пляж Корон. Бьющий песок. Слышите, как поет? Мы приехали уже под закат. К сожалению, в один день не успеваем укладываться два места. Очень много заняло время на Биг Будде. И обратно мы даже на такси добрались. Кстати говоря, еще один совет вам, ребята, туристы. Здесь ловят Wi-Fi бесплатный. Называется он Free PNT Wi-Fi. И ловит он около волейбольной площадки. В гугле так и набираете. Волейбольная площадка, ориентир, три белых здания. Так что если вам нужен Wi-Fi, то подключайте, здесь он free. Не сказать, что большая волна на Короне. Солнышко уже садится. Сейчас скоро будет темнеть. Самое время выпить кокосика с видом на закат. А у нас как раз кокосик припасен. Так классненько, да, небольшой такой панданчик растет. И прямо тут плющи. Очень живописный, красивый пляж. Вообще, если я вот всегда вот такой беру, классный, 150 стоит. Принесли нам наш супчик. Пахнет вообще, ребята, очень вкусно. И еще у них есть такие красивые чашечки, и в них специи. Понравилось видео? Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно, смотрите наши новые обзоры и видеоролики. Приятного просмотра и до новых встреч. Пока!